Таланты. Есть ли что-нибудь? Опа! Ульту у... За коготь можно апнуть ульту этой... Лиски. Берем. Берем, хорошо. Цепкие когти. Здесь... Свобода. Так, тебя мы вообще сейчас переодевать будем. Здесь свобода, здесь... Барбари бы атаку апнуть хотя бы чуть-чуть. Ультецкий, да, она и так нормально восстанавливает. Тебя чё, щиты, они больше никому, никем не ГГшка используются, по-моему, да? Ага, ульта Кей, ульту Кей берем. Что Кей использует плаги, у меня их нет. Ты, о, свобода, ульта Эмбер. Конечный урон 758%. Поехали. За 4 стрелы. Угу. Кстати, о книжках свобода. Наш барон Зайка. База. Ага, ну плагов нету. А, ну значит, щиты только на Эле используют. Берем здесь. И еще раз ульту. Да нет, бронефартук можно. Он урона не так много наносит. А если у меня зеленый, чтобы ульту еще докачать чуть-чуть на Наэльке? О, у меня много зеленых. Пойдем. Я думал, что тарталетка с БП луком 60 на 140 РКД это норм статы. Потом мне показали 60 на 195. Попал в депрессию. Эх. Рандом артов, он такой. Понимаете? Такой. Так, Сенсушка, создай нам 5 вот этих. А давай еще одну и засейви. Ох. Че по мелодиям? Блин, давай тоже одну засейвишь, короче. Да что ж с тобой не так-то? Здесь ничего не нужно. Здесь. Ага. Лепесянки нужны. Что ж ты ни одну засейвить ты не можешь? Да боже мой! Много, тоже много. Здесь для гоба вообще базу апнем. Как поживаешь? Здорово, Тёмко. Геншин Тян, отлично. Только у меня Геншин Кун получился какой-то на основном аккаунте. Я одними мужиками сейчас играю. И это жестко. Еще базовую атаку Барбари поднимем за свободу. За Россию и свободу. О, щиты, вот что я апнул, и можно Ешку ГГ. Ешка ГГ важнее, чем на Эль получается, да? Да. Да, ой, денег-то, деньги-то закончились почти, а я арты вообще почти не прокачал. Осуждаю, сказочник, что ты делаешь? Чем хороша шесть корода с Альбеда 3 раза упали? Всем. Просто всем. С6 сахароза подходит почти в любую элементальную пачку. И даже под Альбеда, как бы странно это ни звучало. Итак, забираем арты. Забираем арты, поехали. Синянь, корона изгнанника, да? Выпей за мой день быстро. рождения. Мне всего-то 30 лет. А то меня обманули, и я не стал магом. Блин, это грустно, что магом не стал. Фистинг is 300 рублей, 300 фистинг, donation accepted. Спасибо, спасибо большое. Блин, я бы выпил, но я вот сейчас стараюсь не пить. После новогодних праздников надо перестать пить, надо меньше жрать, чтобы худеть. Могу водички выпить. Поздравляю тебя, монстр. Поздравляю тебя с днюхой. Грац, грац. 30 лет это...
Это серьезная цифра. Жаль, что не стал магом. Жаль. Так, артефакты. Ага, это сюда. Кубок на физурон и 15% силы атаки. Наверное, тоже сюда. Дальше. Шанс критать. А, сейчас нам надо ледяные подобрать, да? Критур... О, критурон. Два ледяных в любом случае. Часы, скорее всего, да, выберем. Сейчас трех... Воч... А, это на защиту. Я их просто заочить хотел. У меня разве не было каких-то крутых часов? Перо было какое-то офигенное, да? Здесь, конечно, перо второе вот это вот, но... Тут цветок с кубком слишком хороши, мол, так что... 22 крит урона, 44 мастерства, ну тоже классно. Но я бы, наверное, все-таки покачал, где оно ледяное. Как-то мало там. Блин, а может и не качал бы, че, получается, часы придется? Ай. Ока, не вовремя вылезаешь. Ну, то есть ледяную шапку мы точно качаем. Давай, крит шанс в сабстатах. Поехали. Что выпало, Альбедо, хороший или персонаж? Один из топовых. И причем самых таких дешевых по прокачке. Опа, скрытая реклама. Опа. Ну, не такая уж и скрытая, ребят. На экране все еще висит Ока, который... А под стримом все еще есть баннер, по которому вам очень советую пройти. Сила атаки процент. Ну, хоть что-то. Ну, хоть что-то. Поехали качать. Стоп, а если я вкачаю его сейчас в крит урон в шапке? У меня же вообще крит шансы почти не... А, по замороженным КЭ там критует. Так что ему в любом случае шапка на крит урон нужна. Да за шо флетово это? За шо флетово я? Нечестно. Блин, у меня вообще шапок много крутых, кстати. Конечно, в принципе, нет ни крит шанса... Не, ну крит урон-то есть, крит шанса нету, но есть сила атаки, это уже норм. Мастерство стихии ему тоже зайдет, ну вот флетовая, хватит качать флетовую игра, давай. Да мне вообще x2, x5 какой-нибудь. Фак. Да что такое? Да ж хватит! Чё вообще происходит? Чё, переставать качать эту корону, что ли? В любом случае, надо качать Лего как-никак вместо Эпика. Рекламщики будут смотреть на количество переходов. Я думаю, что, скорее всего, не на количество переходов, а на количество регистраций по промокоду. Поэтому, если вы пройдете по... Если вы пройдете по ссылке из... Вау. Из... X5! Сила атаки процентная. А вот она, пришла наша X5. Так что если вы пройдете и зарегистрируетесь, я буду вам очень-очень благодарен. И тем более я действительно советую сервис. Я правда советую вам его. Хорошо. Че по крит шансу? Наверное, 5, да? 8 и 1. Крит шанс. Несуществующая сабстата. У нас еще есть часы, может быть, где-то есть часы на 10 крит-шанса хотя бы. 7 крит-шанса есть, королевские. И мастерство стихий. Эмбер, может, отдашь? Я качать не хочу. Вот это вот на крит-шанс. Что, качаем? Давайте попробуем. Скажи, X2 или X5 это именно просто опыта больше дается или статы сильнее? Не, только опыт. Абсолютно рандом и только опыт. Привет, Ян, давно хотел посмотреть личные фильмы и сериалы. Может, знаешь хороший онлайн-кинотеатр? Знаю. Онлайн-кинотеатр Ока. И вы можете сейчас получить подписку на 35 дней всего за 1 рубль. Да-ра-ра-ра. В общем, да, я думаю, что будут смотреть по конверсии. Я надеюсь, у меня конверсия будет неплохая, потому что...
Вроде у меня аудитория адекватная, и вы все, надеюсь, очень... Да, опять флетовая сила атаки, да что ж такое? Все очень взрослые, можете в этом плане поддержать стримера, пройдя по ссылочке и... А я предлагал ставки на флэт делать. Нет, ставки на артефакты. Ждешь Ганьюй? А ты видишь на экране? У нас на экране донатная полоска на 50 троллов Ганьюй. Я очень хочу ее набрать. Конечно же, я очень жду Ганьюй, она офигенный персонаж. Ну крит шанс! Ну опять флэт, сила атаки. Что происходит? Что происходит? Отдай королевские часы. Эмбер, отдай часы. Не, я, конечно, могу в две знати поиграть на нем, но вот эти вот, вот это перо мне не очень нравится, поэтому мы будем качать ледяное. Какое из двух? Сила атаки и восстановлением энергии. Или с 6,5 восстановлением энергии и мастерством стихий. Сила атаки говно. Давайте посмотрим вначале, чё как. А потом, может быть, вбросим одно в другое. А может быть, не вбросим. А у нас все равно один ледяной персонаж, такая. ХП, фу, боже. Да, я не вижу смысла качать вот это перо сейчас. Лучше вот в это... А, ну вот в... Подождите, это... Это не то, это... древняя знать, и в ней уже есть крит-урон. Хорошо, попробуем тебя. Так, надо разлочить вот это, потому что оно не очень получилось. Улучшить вот это в надежде на крит-шанс. Поехали. Сила атаки. Ну вот это уже три хороших стата имеет. Но! Тут нет крит-шанса и крит-урона. Okay, мне нужно все бафы на крит-шанс брать, которые... Да, этот дает бездна по 8%. 300 тысяч всего осталось. Ну, сейчас древнюю знать еще перераспределим между персонажами. Поскольку Кэя все-таки, наверное, заберет вот это перо. Так, давай процентная сила атаки. Поехали. Лучше залочу, это может быть крутой ледяной. Все, в итоге говорит, урон защита, хер вам. Ну, давай x5. Чем крит шанс, если у тебя сет... А потому что я не держу 4 куска этого сета. У меня нет хороших 4 кусков этого сета. И уж тем более у меня нет времени его прокачать. Да откуда мастерство стихий-то вылезло? Кажется, все, арты закончились, да? Сейчас в бездне будем арты лутать. Ну, x2 бонус хотя бы, спасибо. Кого вторым главным физдедэшером делаем? ГГ или все-таки... А, ну я все еще не могу Сянлин сделать, потому что ей надо качать пик полумесяца. Значит, в любом случае, главный мейн физдедэшер, второй это ГГ. На него пойдет второе перо. Эй. Эй, мне нужно перо 16-го. Алло, сейчас будем разлочивать арты. X2 бонусного. Лизу, ох, сознания нету, чтобы Лизу делать мейн физдедэшером. Такс. Крит урон 7,8. Крит урон 7,4, мастерство стихии. Ух ты, вот это жесть, конечно, перышко. Его бы подкачать, да некогда, да? Что это 400-ная нафиг убить? Не хочу. 5,4.
это разлочим. Это хорошее. Вот это разлочим. Семь, восемь, пять, четыре. Вот это разлочим. Здесь что я качаю у тебя, да? Смотрите, кстати. Там, там. Давай x2, пожалуйста. Фак. Ладно, сейчас будем эпики разлочивать. Криурон. Ну, нафиг с такими статами. Все эти эпики на самом деле нафиг не нужны. Не буду я эпики качать. А, итого у него 12% крит шанса на 120 крит урона. Плюс там процент крит шанса при попадании по замороженным. 4 ледяных арта я все равно ему дать не могу. То есть это 2 физики, 2 льда. Такой кек. Ну ладно, это наш мейн ДДшер. 1300 сил атаки, что так мало. Потому что пушка не 90-го, да? 2 огня в пачке нет. И бонус физурона вместо всего. Ну, все равно мало. Так, хорошо, переодеваемся дальше. Второй мейн ДДшер, ГГ. Поехали, давно мы на тебя не смотрели. Отдаем тебе вот это перо. Охренительное, да? Дальше что-то из... прокачанных рыцарей крови. А их у меня немного, да? Часы были какие-то, вот на Эмбер. 3 шанса крита сойдет, восстановление энергии, сила атаки. ГГ, сколько крит шанса? 8, ну естественно. Тебе шапку только на крит шанс. Сила атаки, крит урон, шанс крита. О, идеально. Забираем. Забираем, плюс 16, плюс 16. Цветок, видимо, надо менять на вот этот. Блин, здесь крит урон есть. Восстановление энергии, сила атаки дает. Можно еще вот это поменять на древнюю знать, но мне нечем ее качать, поэтому меняем цветок. Есть ГГ. 33 на 87. Ну, сойдет, кстати, сойдет. Кей, есть. Так, у тебя тут что-то произошло, да? Ты вообще должна с королевскими ходить. Четырьмя в идеале. Сейчас деньги кончатся, я знаю. Защита. Может вот это снять и вот в это королевское? А, ну вот это королевское. 44 мастерства, 7 крит урона. У меня... А, и здоровье плюс 10. Можно подкачать вот это перо рыцаря крови. Снять этого изгнанника, влить вот в этого рыцаря крови. Да, попрощаемся с изгнанником. ХП флетовое, ХП процентное. Вот же говно. А, было-то 6,2 крит урона и 3,9 крит шанса. Могли бы статы сюда улететь. Ага. Ага. Ладно, погнали вот так лучше. Два инструктора, два... Того, да? Пускай, наверное, будет. Чё, мастерство стихии еще. 989 сил атаки. 16 на 180, на 118. Эмбер, какая же ты слабая. Я ничего сейчас не хочу менять. Ладно, на Эль. Две знати, два воина. Вот что-то надо с этим воином делать. А, он плюс 10, шанс крита сила. А у него субстаты еще неплохие, да. Мне надо кому-то вот это отдать. И вот это на критерон. Сянлин. Что с тобой не так? Почему у тебя вот так вот? Забираю вот это на крит урон. Два изгнанника, две знати. Сойдет.
Можно цветок на глада поменять. Не можно, а нужно. Угу. Да, Роджек, привет. Не надо, Кирок, не надо. Не надо никаких нам. Блин, вообще артыв подкачать не могу. Надо каждый день здесь по маршруту артов ходить. Барбар. Икуё. Я бы вот эту шапку сейчас в бонус лечения на самом деле перелил бы вот сюда, защитную. Ладно, пускай хиляет, хер с ней. Ага, фляги. ХП. Бонус гидроурона. Здесь крит шанс. Офигеть просто. Шо это такое? Часы. Нормально. Надо с пером что-то делать. Здесь есть свободные. Вон, рыцарь крови. На ХП. А, Барбара, не хочешь? Ну так, нормально тебе будет. Так, у тебя 18 плюс 4, 16, 16, 12. Ну, что есть, то есть. Короче, сборки, конечно, херовенькие, но... Вот этого глада можно куда-нибудь передать. Может быть, в Наэль? 7. Тогда воин не будет работать. На ней воин тоже хорош. Просто плюс 7. Может быть, еще часы с глада забрать вместо защиты. Да и хер с этой защитой, если его так и возьмем. Во, два глада и два воина. Угу. Цветок. Ну, цветок как бы нормально. Да, как же здесь не хватает денег и артов, чтобы прокачать арты. А от артов именно зависит бездна в основном. Сейчас, на данный момент, потому что 7 персов, и они очень слабые. Я прям смотрю на этих персонажей, мне больно. Я не пройду 11-2. Я не пройду 11-2 этими персами. Ладно, поехали смотреть новую бездну с 7 персами. Деда, здорово. Какие-нибудь испытания. Здесь-то все пройдено. 9-е. Metachural с ледяным. Ну, здесь просто в каждую пачку надо по ледяному взять, а все остальное, по-моему, не важно. В первую, главное, наверное, воздух, чтобы стягивать. Здесь еще надо лед добавить. То есть это пачка с Барбарой пойдет. Это пачка с... Ну, из Эмбер, наверное, да? Криомаг. И лучше Сенлин во вторую возьму все-таки. Так, Сенлин. Крио Барбара. Здесь, как обычно, ты... Ты... Так, давай-ка... мне удобнее будет. Вот так вот. Ну, погнали. Может, скрин кинуть бага не забанит. Ну, затаймаутит. И все. Хочешь пройти без с классическими персами? Да. Урон элементальных навыков сойдет. Хупхи. Так, все сдохли. Хорошо. Идем сюда. Ау, больно. Ау, больно. Все сдохли. Хорошо. Усаги-хаксяк.
О, здесь же Наэлька умеет. Практикует. Под ультой. Конечно. Пойдем похилимся, так и быть. Я херню гуль делаю на самом деле сейчас. Да ГГ, да добей ты их уже, ну где дамаг? Оборона зайку, а? Розенган слабый, да, так себе. А, чё три персала второй, потому что играем с семью персонажами. Блин, сейчас же его сдует, и надо его начинать убивать, правильно? Эй, Барбара, Барбара! Го, похилимся просто-напросто. Че, метачурал? А, еще один маг. Да, Барбара в этой бездне, как всегда, делает веселости. Да отвалите вы со своими заморозками, Барбара, ну хватит, ну пожалуйста, хватит. Кажется, это жопа отста. Надо здесь Барбару в первую пачку для того, чтобы было попроще. Да, меняем пачки. Первая слишком сильная за счет того, что там ГГ и 4 персонажа. Там и Барбара справится. Получается, здесь этот на заморозках не работает, Кэя. Парарам-пам. А еще может быть просто Эмбер во вторую, чтобы проще... Давайте той же пачкой, в принципе, попробуем, но с Эмбер. Цитопс за свои деньги. Да какая нахер цицы, Беннет? Все, никакой... Никакие персонажи, кроме Беннета, в этой бездне не нужны, ребят. Никакие персонажи, вообще ни один персонаж Беннета ни в одной бездне не нужен. Ладно, хочу и ставлю, короче.
поехали. Физ кристаллов здесь пофармим. Ну, физ слэш ледяных. Ой, да ладно тебе! Ну что это было вообще? Бенд в связку с цышкой беру. Бенд 1, пачки 2. Так здесь в одной пачке на Эльхиллер, в другой пачке... В другой пачке Барбара. Здесь по-другому невозможно. Ну, был бы Беннет, конечно. Было бы все, понятное дело, получше. Я все же поюзаю Барбру под ульту Кэя. Это там что-то катается себе, катается. Блин, вот ледяной щит ему сбивать, конечно, вот совсем неудобно. Так, предлагаю делать так. Долбаные лучники! Отвалите! Не, успеваю, нормально. Окей, едем дальше. Почему во вторую... Можно было во вторую пачку поставить на Эль. Ну, почему-то не захотел. Потому что слишком сильно нравится сочетание Кэя плюс Барбара. Из-за этого вот так вот. Киэрэн.
Кажется, или есть какое-то ограничение количества кристаллов? Не знаю, вот что вот прям вот... Есть такая мысль, я в ней не уверен. Есть она или нет? Кто есть? Где дамаг? А, боже мой. Хе-ге, Гоба, хе-ге. И ты исчинул. Хзай, что сейчас тут будет по пачкам, я вообще не помню. Скорее всего, опять много врагов. Я могу не справиться. Здрасте. Сори, докига! Бакка-бакка ли да! Барбара! Они выбежали из бароны зайки, ню! Жесть. Так, хорошо. Надо сразу подбегать к электрическому и начинать убивать его возле свечи, чтобы не получать ненужный урон. Наверное. Остальные сами подбегут. Вообще можно сразу подбежать к воздушному и заморозить его. Наверное, вот это вот самый правильный плей. Как ты получил свой скин в ДБД? Это платно. Нет, я был фулл-тайм стримером ДБД на то время самым большим в Ру-сегменте на Твиче, и разработчики заметили и по партнерке выдали мне карту скинч. Вот все. Найс ульт. Получился. Атака,
Эй, стоять, слайм, ты куда? Подожди, подожди ты. Ну что ж ты убегаешь-то? Да то есть, вот меня жутко бесит, что его... Ах, боже мой. Что его ешку можно прервать. С вами убежит, он забагуется и исчезнет. Я скринки дал, они багнутые. Типа он забежит в стену. Я видел еще чуваков, которые исчезали, видимо, просто тоже в стены убегали. А, нет. Минуточку. А, Барбара, да ультани ты, что ты? 10 тысяч хп. 9, 8, 7, 6, 1, 0. А при этом все это время спамится Кьюшка. Ну, видео на канале Рунтеры по планам 21 год видео, если нет, то будешь глядеть на стриме. А, ну же сегодня, наверное, вышло, да? Там же Риоты сегодня какой-то большой стрим устраивают, я слышал. Я потерял, на самом деле, драгоценные секунды сейчас, пока побежал к электрическому, а надо было бежать сразу же к воздушному. Вот его убить, и все будет изи. Фриак, да, бездна на FTP. Давайте я поменяю название на... FTP... Бездна с семью персами. Я еще уже хотел отказаться от челленджа этого, но, честно говоря, пока что весело. Все еще. Мне просто грустно от того, что я не успел на прошлый. Еще элем частиц подкопим. Это еще надо убить, да? Не забывайте, что ГГ у меня умеет физу. Ха-ха.
Что-то гораздо медленнее, чем в прошлый раз, да? А, это все слаймы, осталось только этот, волк. Я думал, еще два слайма будет, поэтому так старательно их убивал. Эй, Илона, спасибо. Фишку в комету. Ну еще бы. Фишку в комету, понятное дело, не так-то просто собрать. Так, короче, я хочу здесь ультануть. Да, да, да. Я помню твой билд на фишку в комету, но, блин, это действительно сложно. Это, по-моему, логично. Блин, сейчас могу не успеть. Пройду эту бездну с 7 персами, а я 6, вот и проходи, напомнила. Так и 7 стартовых, ребят, ниже бессмысленно, забейте. Просто 7 персонажей — это стартовые, которые есть у всех, вот отсюда и челлендж идет. Отсюда как бы ноги растут. Да почему ты ему по голове-то попасть не можешь? Боже мой. Усаги хакшаку. Фига там зайчик вообще непонятно куда прыгнул. У меня есть 36 секунд, чтобы убить этих двоих. Не успеваю. Блин, ну я не хочу заново начинать. Может, потом вернусь. Тут как бы выиграть-то. Ну, год тогда хотя бы энергию восстановим, что ли. Он сейчас сдохнет. Как работает гарант? Вы гарантированно получаете легендарку на 90-м роли. Если вы получили легендарку до 90-го, гарант сбрасывается. И считается с нуля. Envy номер 2, Pepe Love. Pepe Love. So much fun. Это 9-е? Да. Это 9-е. Что будет 10-е, я пока не понял. Ой, жесть. А че это за ледяные куски? Кто их вообще спавнит? Видимо, этот братан и спавнит, да? Ну, думаю, что да. Мейдзо-но рейги に気をつけます. 助けが必要な方がいるはずです. 助けが必要な方がいるはずです.
пойти, что ли, лучника уже убить? Ладно, пойдем. Не понимаю людей, у которых нет ленти. Ужас. Да переключись ты уже, спасибо. Лиза, выживешь? Скажи, что выживешь. Молодец. Вчера, когда дышит, за собой криумина оставляет. Интересненько. Вообще не помню, что здесь. Логично. А, здесь такой гачибасик немножечко. Вот сюда бы Сенлин, короче, в эту пачку. В прошлый Эмбер бы нормально сработала. Да ж, какого... Как это смешно сейчас было? Как это сейчас было смешно? Может, нахер пойдешь? Может, нахер пойдут? Ты на мне все три звезды закрыл? Да, я сегодня дозакрыл 12 стриг, примерно там с пятой попытки на фул звезды. Чуть-чуть не успел. Прям вот у него прям мизер здоровья остался. Сенлин сейчас не дают разве на забездну? Дают, а я ее использую в первой пачке. Я же не могу ее взять и резко поменять на вторую пачку, правильно? Не могу. Вот только не ледяной. Ага. Какая разница? А, не, ну он сдох от одной ульты, кстати. Слушай, сюда подойди. А, я не попал по нему. Как только я не попал Ешкой Лизы, по-моему, можно все заново начинать. Есть такое предположение. Этот Ешка ГГ не юзнулась. Идем дальше. Сам придет. Где мелкий-то? Персонажи, что ли, цветки не вкачаны? Всех по 10-12 хп. Конечно, не вкачаны. Цветок качается после пера, шапки, кубка и часов. Все равно не получилось, блин, сбить им щиты сейчас. Здесь слишком тяжело сбить вот их щиты за Эмбер, это бесит. Для этого нужна ее ульта в идеале. Она что-то копиться не очень хочет тоже. Ага, и убежал, конечно же. Да. Thank you.
Вот у нас омай. Бесполезно, это надо ультой сбивать. Возможно, не стоило сразу использовать ульт Эмбер. Возможно, стоило чуть-чуть... Я хочу до 3 звезды добить. Холдатаки Эмбер, полное говно. Их не так не используются. КЗ, цветок всегда качаю, потому что в нем чаще всего хорошие статки падают. Да, но мейн стат-то важнее, чем флетовое хп. Вначале качаются шапки, часы и так далее. Нет, эти можно, цветки можно докачать, да, хотя бы там до 8-го. Но у меня нет ортов. Я же не играю фулл-тайм на этом майке. Вот так все хорошо было у Лизы. Все равно не смогла. Она сдохла? Нет, она не сдохла, хорошо. Дальше. Найс. Надеюсь, 3 хп полезные, да? Может, еще на 11-3 хп полезные? Есть, все, щиты сбил. Осталось убить. Давай, давай, лезь сюда. Он не стал? Чё, куда? Урон. Это урон. Секунд, еле-еле, ну да, 8 звезд есть, осталось только вторую перепройти, от нее очень сложно. Хорошо. У тебя Эмбер без талантов? Без созвездий, ты хотел сказать, Сабат. Без созвездий. Только одно созвездие на Лизе, одно на Кэе, вкачанное по незнанию, неготовности к челленджу, так сказать. А вот... А так, да. Я пришел рты пооткрывать. В Рунтере коп завезут. Коп или двухголового гиганта? Так, эти же так просто посмотреть нельзя, да? О, 4-статная на хп. Говно полное. 3-статный цветок, 2-статный на кричанский ретурон. Блин, классный изгнанник на самом деле.
Пора уже от вот этого вот всех эпиков избавляться и как-то идти. Блин, вот здесь два слишком хороших эпика, особенно вот этот. Ну, как слишком? Ну, хорошие, да. Это только где крит шанс брать. Показали Шурима в лоре, мастерство чемпионов и что-то коопное. Ну, кооп это неинтересно. Интересно это... Интересно это этот... Двухголовый гигант. Чем делать с двумя криоперсами? Замораживать все и вся. У меня с бесплатного ролла выпал Кэй и Чуньюн. Офигенно. Офигенно. Короче, играешь в крио, качаешь обоих арк, скачаешь обоих. Кэя у тебя мейн ДДшер в физике, потом соберешь ему 4 куска ледяного сета. Кэя мейн ДДшер в физике. Что там второе? А Чуньюн ему саппортит подо льдом. Это очень круто. Два льда в пачке. Кэя плюс Чунь — это сильная пачка. Подожди, почему в физике? А, не в физике, в ледяном уроне. Кэя надо в ледяной урон собирать. Ну, это тебе, это совсем лейтгейм. Короче, играй этими двумя, они круты. Здесь Крио, Цицинка. Ну, короче, как обычно. В первую все равно ГГ, скорее всего. Здесь первый агент, поехали. В принципе, пачки не хочу менять. Мне нравится этот сетап. И знаешь, на восьмом мире приключений все-таки больше денег, опыта не дают, чем на седьмом. Нет, не дают. По-моему, шестой уровень приключений последний по количеству денег и книжек. Хотя, кто его знает, может, на восьмом и будет. Надо чекать. Идти разваливать 11 этаж. Да, кстати, идти разваливать 11 этаж. Так-то. Да. Чё-то бери-бери. Нормально проходится, нормально. Три звезды, я думаю, даже, скорее всего, может быть и получится, кстати. Может быть, нет. Сейчас еще просто, правда, слаймы, скорее всего, вылезут. Или хиличуру какой-нибудь. Ладно, три, может быть, нет. Буду пытаться, скорее всего, на две все-таки эти проходить сейчас. Да, сейчас... А, маг, ёп. Слушай, ты не хочешь ко мне прыгнуть, маг, нет? Видимо, не хочет. Да. Не, точно не получится, ну... с него на нем огонь закончился. Гемини. Угу.
13 числа будет лаба в Рунтере, первая против компа, я так понял. Типа коопная. Окей. Но это Майки молитву за возвышение забрал, конечно. Конечно. Да, это будет долго, если честно. Но в 11-ю я, честно говоря, на 7 персах даже суваться не хочу. Я посмотрю, как там и что, но суваться не хочется. А чё фея развернулась? Фея, вернись обратно! Ай, блин. Ой, боже, у него еще этот аура. А как бы их всех собрать так, чтобы они, короче, это... Друг друга там. Не хилили, твари. Жесть. Это впервые, когда у меня есть проблемы с шаманом, блин. Что? Сюда ГГ брать, что ли? Чтобы он их стягивал. Что это вообще было сейчас? Дождь плюс... Дождь плюс этот... лед от шамана одновременно. Кого? Видео прохождение 11 этажа на 9 звезд ФТП пачкой, но там фишель есть, так как ее на халяву давали. Я не смотрю NVO сети, отстаньте от меня, я не смотрю зарубежных стримеров. Я играю сам, чтобы получать свой собственный экспириенс. Мне весело проходить игру самому. Нет, не смотрел. Зачем? Может, мне у него еще и пачки подсмотреть? Типа... А то чё это я как лох, правильно? Надо учиться у лучших, Каппа. Не успела, Лиза, не успела. ЧСВ? Нет, я просто как стример, я как бы контент делаю, ну, для вас и для себя в том числе. Я играю в игру и постараюсь ее проходить по максимуму. Нахера мне смотреть других стримеров? Вот конкретно ради бездны. Зачем? Да бей, Лиза, пожалуйста. А один не залетел, жаль. Не забывай, если я пойду в этот. В ПОЕ играть, обязательно подсмотрю, как же круто он играет в ПОЕ. Обязательно подсмотрю. Каппа Кипа. А
чё они там бегают? Что-то максимально очевидная страт, но я тебя понял, так же говорить ничего про нее не буду. В одиннадцатой, да, спасибо. В том-то и прикол, чтобы самому придумывать пачки, понимаете? В этом же вся тема. Это же самое интересное в этой игре, чтобы придумывать пачки и разносить ими. А вы, блин, ну типа, блин, не знаю, смотреть прохождение других. Такое. Тем более на, ну нет, на 7 персов-то понятное дело, не все ж проходят. Это нормально. Но мне не советуйте, нет, мне это не надо. Я, пожалуй, приберегу ульты, наверное, кроме Эмбер. Ты Усаги-хакщик, куда ты, блин, влез? Поберегу ульту Кэй, потому что сейчас будет потно. Все есть, хорошо. Первый хилер минус. О, Барбара! Убегаем нахер отсюда! За 180, в принципе, должен. Ледяной макс самый легкий. Ой, ёпта, если бы я еще не попадался, видите? А, в клетке! 1800 хп. Го дальше. Здорово, Драгоню. Много разнообразия, из 8 персов 2 пачки не сообразишь. Из 7 персов! Из 7, блин, персов! Из 8. Фишлю мы не берем. Но, возможно, перед концом бездны я возьму сюда просто свою прокачанную синьянь и все пройду еще на изичок. Что там? Ага, ничего, ничего страшного.
Ты там какие-нибудь лучники, да? Прям первая пачка пока что очень легко. Надо убить на самом деле вот этого. Вдруг, мало ли кто там заспавнится сейчас. А, и уже никто не заспавнится, я понял. Да как ты не можешь зарядиться, блин, нормальным элементом? Что такое, да? На, Гобу не успел пустить! Давай, добивай уже! Тян бросил ДБД, да, до тех пор, пока разработчики не сделают эй, верни, не сделают контент в игру. Вообще, конечно, наверное, лучше бы вот этих все-таки ребят убить, да? Тут что-то мне на Кэе страшновато сейчас сидеть. Неважно. Так, я согрелся у феи, хорошо. Пора начинать станочь девочку, как бы это сделать, только она же... Вот ведь тварь, а! Как же плохо без нормального огня, да, Эмбер-то не считается! Сюда что, Сен Лин надо брать, что ли? Я еще щит ей сбить не могу. Да, сюда надо Сен Лин брать. Слышь, не смей. То есть ты не попала? Мы типа замерзли одновременно, да? Контроль. Контроль, Кэя, контроль! я сказал! Цицинки все бьют и бьют. Слышь, не смей. Тварь. Никак сейчас не сбить, да? Да-да, замерзай, Эмбер. Почему же так плохо-то? Где ты, кусок говна? Я не вижу. Я серьезно не вижу. Ну что, он весь ушла? А, ну клево, да, давай спрячемся за стенку. Вон она, за стеной.
О, бой. В эту пачку надо брать Сен-Лин, а в первую пачку Зайку. Ну, Зайка, в принципе, лучше, чем Гоба в теории под ульту ГГ. Зайка, в принципе, лучше, чем Гоба. Ну, это, кстати, ну, это возможно, простите. От меня так глаз бури в 12-е улетел. Ох, что-то багованное. Честь бездны. Я сейчас еще эту часть, по идее, должен побыстрее пройти. Может, и не должен, хер его знает. Привет, выпала кружка на первый урон, кому лучше, Сян или Делюку. И тому хорошо заходит, Морфио. Кто у тебя главней, тому и отдаешь. こいつはどうだ? Ага. こいつはどうだ? うさぎ伯爵、出撃。お前って本当にせっかく。これ。 Барбара. Так, ну попробуем. この瞬間、お前は永遠。こいつはどうだ? みんな、頑張ってね。 Грёбаная заморозка. Еще случайно контрол прожал. Чтобы ее убить. Ну, поехали. Так, нет, не выпускай из станлока. Какая же она мерзкая-то, оказывается. Сюман,
Вот ведь тварь. А, успел? Окей, найс. Крыльям частиц не забывай. Да, не в этом случае, немного. Акцепт! Ладно, спасибо еще за ссылочку. Донейшн, акцепт. Но зато она выбила для своей моны то, и мону, и то, что для ей нужно. Мона и Атлас. Мона с легендаркой. Поздравляю твою подругу. Ну, ты там подержи ее как можешь. О, боже мой. Надо было, наверное, хотя... Не, наверное, все-таки... О, перчик! Ну, сейчас здесь опять то же самое будем делать. Но это я на 3 звезды не пройду и даже пытаться не хочу. Бери-бери. Это и... Да давай уже! Толкай ее! Тварь. Не хочет толкать. Ну стоять! Мне бы еще все-таки пойти снять себе этот. Гриня. Где она? Опять улетела. Вот эти твари. Давай, вернись. Фу, вернулась, повезло. О! Yes! Yes, просто на реакциях, видели? Воздух плюс еще ульта этого, найс. Мне показалось, или... Или вихрь не пролетает через стенку вот эту. Он летит через эти стены. И он только что крутился здесь. Так может, с главным героем надо драться вот в этой точке? И в той? А? Надо потестить. Ой, ёпт. Ледяная клетка! Я ж не ожидал! Ой, жесть, это очень жесткий этаж. Это очень-очень жесткий этаж. Он меня просто будет убивать. Не, я, конечно, попробую его держать там в этом станлоке, но... Как-никак... Эуа! Кэя и Барбара. Не буду пока ультить. Дождусь ее ульт. Ой, не ульт, а ее яшка. Теперь можно и... Отонашку сияга.
Но если он накинет на себя этот, это будет рип. А еще надо все тайминги заучивать. О, все, он накидывает щит. Ну да, через щит я просто не пробьюсь, скорее всего, сейчас. Хотя, не, ну-ка я его чуть-чуть... Меня бесит то, что мы не можем драться возле этого. А может и можем. Ага, сейчас мы деремся не возле фейки, и сейчас мы просто умираем. Я пройду, да. Но 1-2 я, скорее всего, буду проходить с синьянькой. А под конец бездны, вот через там 7 дней. Я, конечно, попробую зайти в 11, но мне не хочется этого делать. Абсолютно не хочется. Там просто сейчас не хватит урона. Так же, как в прошлый раз мне в 10 не хватало, потому что не было водного дамагера, в принципе. Сейчас. Да куда ты стреляешь-то? Куда эта ешка полетела? Что-то бери-бери. Ну, хилы закончились. Ваншоточка, да, ваншоточка. Из-за того, что выпал Кэя, по квестам открыл уже первое созвездие, именно Аркас. У него охренительно мощное первое созвездие. Это просто имба, ты его будешь... Вот ты можешь последить за моим Кэей, как он играет с Барбарой сейчас, и понять примерно, как тебе надо играть за Кэю. Но у тебя еще и Чунь дополнительный лед накладывает, то есть у тебя еще больше льда, чем у меня. То есть если у меня только Кэй ледяной с Барбарой, то у тебя прям очень сильно будет. Внезапный субскрайб, Twitch Prime подписка и BioLaced. Спасибо за поддержку. Добро пожаловать в комьюнити. Welcome. Спасибо за саб. Ай, не похилится. Ага, все, рип, понял. Пойдем-ка быстренько похиляемся. Пускай она сама к нам идет, правильно? Да, смотрите, если он упирается в стену, почему я раньше этого не замечал? Это же такая охренительная информация.
это же прям охренеть, сколько урона. Если он упирается в стену, я думаю, он пролетает, пролетает сквозь стену, как и улетает Делюка, как Феникс. А? Или может быть это все-таки потому, что здесь как раз... Иншин остановился, удаляю ДПД. Блин, не знаю, короче. Так, не заиграться, главное, сейчас за Эмбер. Вот это вот. Ну, а теперь поехали. Да, Эмбер, кстати, продамаживалась у меня неприятно, больно. Ну, именно как, ну какого хера? Ну я переключился на Кэю. Все бесполезно трай, да? Скорее всего. Ладно, чуть не нажал покинуть. Сколько на Элька выкинул? 4К? На Элька? Не знаю, чем это, Ешкой? Вряд ли. Вряд ли. А, кстати, субскрайбер, спасибо. Спасибо, Биолейс, за сапку. We stand strong together. Добро пожаловать. Спасибо большое еще за поддержку. На Сахарозу ок сознания не вариант, а то у меня нету кока. Есть нормальный итем. Ок сознания вообще артефакт, который заходит кому угодно. Вот, на Сахарозу вообще любая пушка заходит, в принципе. Главное понять, как вы хотите за Сахарозу отыгрывать. Главное разобраться вот в этом вот моменте. Ох, как быстро сейчас получилось. Потому что я правильно заюзал ульту вот эту. Давай на Элька. Не, а на Элька по 2700 бьет. Кто там спрашивал? Мало, короче. Найс. Спасибо. Так, Эмбер, не тупи, пожалуйста. Не тупи. Хорошо. Еще нейтральную частицу выловил. Четыре атаки могу сделать, по-моему, потом ледяная клетка. А, это что еще? А, это та самая мина, да? Аркс, если ты еще тут, вот так играет с Хэя. С Барбарой. Кидается Ешечка, враг замораживается, и дальше наносятся гигантские цифры, в принципе. Слушайте, дайте я на всякий случай ультану. Ау. Ау. Эмбер, не отживи. Тихо. Тихо.
Опасно. Сейчас тоже было очень опасно. Слушайте, ну может быть за 300 хотя бы. Думаю, что льту подкопить сейчас. Ау. О, именно, правильное решение. Какого хера? О, боже мой! Что ж такое-то? Страшно, отвали. Хоть тебя теми, да я виноват, что ли, что она такая слабая. Ну, вообще, я виноват, конечно, но, блин. Да какого хера, ледяная клетка. Просто жесть. Это что, челлендж какой-то? Это челлендж. Проходить бездну на бесплатном аккаунте. Семью персонажами, стартовыми пушками, стартовыми семью персонажами. Единственное, у меня пара талантов, пара созвездий есть. Но их немного. Одно созвездие на Кэй и одно созвездие на Лизе. За счет чего они, в принципе, то. Был урон физикой 26к по агенту. А, это от падения. Это от падения урон, значит, был. Протолкнул сквозь текстуру. Это просто был урон от падения. Кормливай имбер, давай. Если бы я мог это сделать между безднами, я бы это сделал. Где? А, ну она. А, нет. Фу, слава богу. Я уж думал, что все. ГГ сдох, конечно. Давай еще здесь все сдохнут. У кого тоже в Геншина через Google не заходит? Нормально, сижу неделю на твинке 37, скучно сюжетки проходить. Через Google. У меня с телефона заходит вообще все ок. Барбара невкачана с автоатаки секунд за 5 бы выхиливала всю тиму. Ну да, но нет. Потому что Барбара это не приоритет. Потому что приоритет это урон у персонажей. Да и у Барбары тоже, но... Артефакты. Все упарывается в артефакты. Мне уже, в принципе, попадали неплохие, но до них еще дожить надо. До того, ну... До того момента, когда я их прокачаю. Сын, давай-ка мы с тобой это. Давайте мы вот тут похилимся как-нибудь.
Ты все еще почитал, Слава богу. Вообще ноль урона по цицинке, боже мой. Я не понял, Гоба, ты куда бьешь вообще? Не получается, как раньше. До этого было так хорошо, сейчас не получается. 5.20к с падения фатуиста, да, ураган. Ну, ураган, да? Вообще, урон от падения — это круто. В данной бездне. Очень круто, потому что здесь воздушные герои неплохо так работают. Многие даже 12-ю проходят через это... Через джин, которая врагов подбрасывает вверх и наносит там под 100 тысяч цинки гигантской жирной. Псажирной. Очень танковой. Губы его обычно бьют не в цицинку, а в комариков. И это грустно. Два взрывных урона прошло. Без Лизы здесь. Полетел! Я без Лизы здесь ураганом не нанесу урон. Пробовать цинку занюкать. Развернуться и ее пытаться толкать в пирофатуя. Я не думаю, что это сработает, но можно попробовать. Если она поднимается ураганом, то можно попробовать ее, да, ну, развернуться на нее. Я почему-то об этом не подумал. Глаз уже замылился, видимо. Просто пройти и все. И в 11-ю даже, наверное, не суваться сегодня. Летит? Летит. Значит, да. Значит, гораздо лучше делать именно так. О, какой я ей урон-то нанес. Лиза, живи! Да, это была хорошая идея, спасибо. Зря я прожал именно. Я же забыл, что я там прожал. Голова думает только о том, как правильно здесь все раскастовать. Блин, без ГГ, конечно, грустно здесь. Ай, Гоба, подвинься. Да ты достал! Бей его уже! Да, ГГ здесь главный дамагер. Привыкаешь играть воздушным персам, без них сложно. Ну вот, да, ГГ офигенный, например.
Давай, Лем, частицу, давай, пока не исчезла. Удобно. Привыкаешь с четырьмя персами играть, а потом сложно. Тремя играть. Давай, клетка. Во время шифта же было, во время шифта, но не должна была она урон сейчас получать. Почему Эмбер не ваншотит его в голову? Потому что у Эмбер лук Фавония, а не лук серп, который надо скрафтить и прокачать, потому что мне лень. Почему рекомендует Кацин брать Чуня, если он заменяет Ешкой электроурон Кацин? Я не знаю, кто тебе такое порекомендовал. Наверное, это какие-то странные гайды, которым лучше не верить. И я, кстати, не знаю, заменяет или нет, у меня нет кольца. Но если заменяет, то очевидно, что это... Что они не играются вместе. О, урон от падения. Ну и куда ты, блин, убежала? Капец, вообще ужаснейшая ульта у Лизы получилась. Хватит, ну хватит кастить свои ледяные щиты, ну достало! Одновременно убью. Или вообще не убью. Это гриндилка обычная, необычная. Это AAA гриндилка бесплатная. Вылизанная, практически без багов, очень-очень-очень классная, красивая, и вообще это сборщик вайфу. А вайфу это важно. 3-4. Где летает поначалу этот? Ну что ж, Барбара, и куё!
Да как ты так чуть не сдохла-то, Эмбер? Ну похиляйся от Барбары, что ли, чуть-чуть. Сфера атомной энергии Крио. Что? Почему атомной? What? Это что, спойлеры, что ли? На самом деле этот мир высокотехнологичный? Или что? Из Ханкая прилетела, да, скорее всего. Я тоже как бы об этом именно и подумал. Говорили же, что вселенные в Михое связаны. Успела. Сфера атомной энергии. Стоим в клетке, стоим. Как так-то? Не успел. Побежали обратно. Не, не смей, не смей, не сейчас. Не смей! Все, он посмел. Криво энергия, привет! По сути, так в игре называется элементальный орб, но все равно забавно. Так, за 300 я уже же не прошел, да? Может быть, хотя бы получится за... За 3 минуты. Давай-ка я, Дамаш. Коре. Должен. Да, хорошо. 6 звезд-то есть, я не помню. По-моему, у меня 3 во второй, 2 в первой и 1 в третьей, да? Боже, наконец-то, как я устал это проходить, охренеть. Уже рассказывали про анонс риотов и лабы, которые можно играть с другом. Двуголового гиганта, видимо, тестируют.
И если так, то это круто. Уже немножко рассказали. Да, 6 звезд есть. Здесь можно добить вторую, но я пока что не хочу. И в 11-ю я, честно, не хочу суваться. Не, ладно, давайте заглянем. Давайте заглянем в 11-ю. Просто вот... Просто ради прикола. Ради прикола. Давайте заглянем. Так, единственное, я не знаю. Эмбер, наверное, все-таки в первую пачку. А Сянлин во вторую. Эй, не в данном... Не, все равно так. Все равно так. Ты же заглянешь на эту лабу? На лабу на двоих, конечно, можно будет даже сабдейчик устроить, поиграть со зрителями. Ну, не сабдейчик, а в принципе. Да, на такую лабу я точно загляну. Ой, бывает... Понятия не имею, что здесь происходит. Надеюсь, Наэль успеет вас включить ульту. Молодец, Наэль. Всего лишь, какая же она слабая. Мне кажется, что для реально норм бездны вот здесь сейчас Наэль должна дамажить. Блин, я даже не знаю. По 1004 с ульты. А, еще появились. Понятно. Ау, Итай. Хера, это меня так продамажило. Вода плюс электричество, да, я так полагаю. Так, не подходи ко мне, я хиляюсь. Не подходи ко мне, я сказал, я хиляюсь. Отвали. Везет, он вообще не успевает ничего сделать. Так же, как и я. То есть энергии у меня здесь, в принципе, несуществующий элемент. Два еще, да? Ну, конечно же, два. Здесь, кстати говоря, Сянлин на мастерстве стихий-то хорошо работает. Чё, не успел бахнуть? Я случайно отменил? Заряжает его щит, и его щит дамажит. Где? В первый улет надо. Возможно.
Возможно, да, не, невозможно, а точно, но я слишком люблю Кэйо во вторую пачку брать. У нас такой ультимейт Кэя на этом аккаунте через заморозочки и физулю. Стоп, а как я геощиты сейчас сбиваю, взрывать буду? Тут же гео будут, да, по-моему, хиличуровы сейчас. О боже, помогите. Вернитесь! А, электричество! А, нет, помогите, дамаг! Барбара, икуё! Стамина закончилась! Да, Усаги Хакшику улетел! Верните Усаги Хакшику! Да, это огненные щиты. Ой, огненные, каменные, каменные. Когда-нибудь у них будут и огненные, наверное. Там Эмбер зайкой должна их ломать, но чё-то я не вижу, чтобы она им хоть что-то сломала зайкой. Ну и, конечно же, в спину их надо долбить. Короче, надо с ними драться в уголке. Позиционка, позиционка. Выигрываем игру при помощи позиционки. И заморозок. Яо! Слушай, может быть, Барбара, кстати, успеет в какой-то веке. Не, хер там. А что если Барбарой собрать лем-частицу ульта? Икуё! Гамбатанная мина! Где зайка-то сломался? Почему он в какой-то жопе сдох? Бро-бро-бро! Один 50. А, ну за 60 я успеваю как раз таки. Да то есть, когда ты уже... Еп, икуё, еп. Ну, чат, поехали. Ваш любимый 11-2. И все. А ульты-то нету.
А ульты-то нету! Ну слушайте, пока контролится нормально. Привет. Давно тебя не смотрел. Прошел первый раз киберпанк. Отдыхаю перед новым раном. С Новым годом все. Целую. Здорово, здорово. Через сапчик Никио Гадыч. Спасибо. Слушайте, а нормально идет? А нормально идет пока что. Главное правильных мобов фокусить и восстанавливать этот. Так, а, чел с топором. Сказал я, что надо фокусить правильных. И вылез чел с топором. Класс. Слышь, сюда подошел. И мы ничего не можем ему сделать. А, все, отвлек, отвлек! Так, сейчас щитовик еще не вылазит пока что. Туда! Еще будем своей тушкой, короче, лучников танчить. Блин, не очень-то получилось, но я пытался. Кажется, справились. Хилки всегда электрические, 50%, 50%. Я, конечно, понимаю, что еще вторая половина, но, блин, мы же справились, лол. Это можно лучше, у меня персы не такие сильные, не забывайте об этом. Бери-бери. Для этого надо обязательно быть готовым к этому. С ультой главного героя, а то мне пришлось ее копить, и мне это не понравилось. Слайма делает щит, но это травяной слайм, и у него деревянный щит. Слайм — это как местный элемент, из которого можно соткать что угодно. Ну, скажем так. Ладно, вот сейчас здесь, конечно, будет жопа, да. Сейчас здесь цицинки на самом деле все сломают, я просто по ДПСу не пройду. Да, вон они уже начали. Так, теперь тебя все еще добить. Какого? Хэй, оживи, пожалуйста. Да, я боюсь, что здесь. Здесь через цицинок не пробьемся. Хотя вот сейчас они исчезли. А, или не исчезли. Да хер их поймешь, когда они вылезают, а когда нет.
И ее держать подальше от этого тоже не получается. Ой, до свидания. Стоп! Не подходи к этому, пожалуйста, не подходи. Ау! Слушайте, получается, Барбара-то та... О, Барбара Эмбер-то тащит. Эмбер зайкой отвлекает цицинок от этого. Ладно, не всегда, вот сейчас полетели, полетели. Но в целом все неплохо. Я сейчас пройду. Нет, если только Барбара не сдохнет от... от огромного количества электрических молний. Ай, жесть. У меня стамина закончилась. Надо было выпрыгивать из них, наверное. Не знаю. Но это проходимо. Это проходимо, я прям сейчас это пройду. Здесь надо тебя, соответственно, убивать. Может, я пройду это без получения урона. Ну, он тот просто избивает, на самом деле, я нихера сделать не могу. И как-то надо их одновременно бить здесь. Или надо, чтобы зайка отвлекал, не знаю. 15. Так, братан. И ты тоже сюда подошел. Мне надо еще отойти как-то. Нет, что ты делаешь? Зачем ты его бьешь? О, не бей, правильно. Бей зайку барона. Бей барона зайку. 1%! Нет! Ну почти с первого трая. Почти с первого трая. Ну это было клёво. Мне понравилось. Блин, бесит. Плохо. Плохо кинулось. Плохо ульта. Плохо. Бери-бери. Я специально не юзал ульту Лизы, короче, чтобы юзнуть ее, как только появится жирный этот рогач. А может быть сейчас, да хер бы с ним, короче, сейчас. Угу, сейчас, юзнул, ага. О, электрический лучник бьет меня, отлично. Он сразу пошел на меня, такое бывает? Уж не знаю, какое ему такое добро я сделал, но это классно. Ай, Лиза, живи. Нам надо похилиться срочно. Кстати, Лизу сейчас спасла пассивка этой на Эльке.
Агр ловится на ближайшую цель. На нем-то. Там снова электрический появился и бьет нас сейчас. Значит, надо срочно бежать сюда, и все, пройдено, 76%. И вот, и, а вы говорите, что сложно. Ну, ребят, 7 персов, и я, ну, как бы вторая еще жесткая, да. Не, даже 7 персами это оказалось возможно, но они у меня еще совершенно не прокачаны, короче. Вот как только подкачаю, тогда, ну, 75%. Вон там сейчас еще один электрический появился. Еще подхилиться есть время, в принципе. На LM частицы нету времени, да? Совершенно. А вот подхилиться вполне себе хватает. Вот как потом проходить 11-3, я понятия не имею. Я знаю, что по ДПСу я 11-3 точно никак не прохожу на этом аккаунте. Это я точно знаю. Но суть же не в этом, правильно? Суть в том, чтобы сейчас 11-2 пройти. Самую сложную из всех. На второй половине стримера проигнорит и будет покчамп. Ну, посмотрим, кто там меня игнорить собрался. Кстати, надо Лизой почаще заряженки давать, потому что они кучу LM-частиц регенят. Ау. О, шея болит. У меня постоянно от того, когда я фармлю бездну, болит шея. Потому что я ее слишком сильно задрочу и... Видимо, сижу неправильно, не знаю. Чё-то бири-бири. Ау! Вот это было больно, конечно. Бедный ГГ. Некоторых, когда не задроить бездну, болит жопа. Тебе еще повезло. Видимо, да. На втором флоре чел с лопатой... Я знаю, что чел с лопатой не дамажит. Я его и не бью. Ребят, я знаю. Так, эти есть. Хорошо. Дальше ты. Не знаю, цицинки слишком согрелись на монолит. Неприятно. Но они любят это. Отвали ты уже с этими молниями. Ну, пожалуйста. Достало. А, мне кажется, ли она кастит ульту? Угу. Ульта не бьет по монолиту. Ау. Все, поехали. Да, нет. Да достало! О, вот туда и улетай. Молодец.
Как весело. Как весело. Да куда ты? Ну вернись. Ну шо ж ты. Барон Зайка, который не дал ни одной LM-частицы. Тварь, вот тварь, а. Да, в этот раз Цицинка гораздо хуже идет. У меня нет ни времени, чтобы ее дамажить, ни... Охренеть. И... то есть надо, короче, есть еще один... Еще одна тема, как это делать. Надо стоять, всегда стараться спиной к стене, чтобы она тпшилась спиной к стене. Тогда она... Когда, если она будет у стены, ее цицинки будут далеко, и она не будет наносить урон. Найс. Но урона у меня вообще нет. Говорю, стример рано расслабляется. Да я не расслаблялся. Ну, типа, у меня урона нет в пачках. Что я могу здесь сделать? Разница в уровне героя мобов сильно влияет на урон. Очень мало. Вообще не парьтесь насчет разницы вот в этом вот. Блин, может, все-таки урон брать с шифта, а не скорость атаки. Что-то скорость атаки мне здесь, по-моему, не особо-то заходит. Чё? А где мои частицы воздушные? Свидание. Она может улететь за стенку и упасть вниз. Я очень рад за нее. Разница в уровне героя и мобов сильно... я читаю одно и то же. Надо водички попить и отдохнуть чуть-чуть. Фух, порядок лучников по колонии. Огненный электро, электроогонь. Давайте все-таки шифт возьмем, чтобы билками больше дамажить. Давайте, говорит, просто заглянем. Но я не виноват, что она оказалась такой. Да куда ты врезался в монолит, боже мой? Слушай, да они изи контролятся на самом деле. Вот сейчас единственное еще важно, у меня в прошлый раз как-то вот слишком хорошо получилось законтролить этого. Давайте попробуем еще раз так же. Ага, здесь еще один, да? Того, который с... щитом. Стоп, ты бьешь монолит? Огненный? Почему огненный бьет монолит? Ау, больно. Слышь, сюда подошел. Хорошо. Ты нехорошо. Ага, вот этот лучник бьет меня. Хорошо. Все, найс, лучники бьют нас. Мы убиваем этих. Надо было бы по щитам пока похилять на самом деле, но ошибся. А, шифтуй. Хилиться надо, хилиться. Хилиться.
Да, да, вот так 74. А в прошлый раз у меня под 80, да, было? Ну, я сейчас пропустил от каменных братанов немножко урона. Да, от этого тоже, в принципе. Майка, как всегда, сейвит. Первый огненный? Типа, первый огненный любит бить монолит или что? Еще этот начал вдруг. Сюда бьет по монолиту. Гений. Гемини просто. Просто гемини. Пачек один лучник стреляет, молит. Понял, понял. Ну, разобрался, чё, вот. Всего-то надо разобраться в правильных пачках. Ну, вот это, конечно, блин, вообще жесть. Да что вообще? Кэя! Я знаю, в чём сейчас была проблема. Я пытался на четверку переключиться, чтобы включить Барбару. Ау. Так, как я говорил, надо стоять за спиной. Вот в это, с этой стороны, да? Капец, она уже урона успела вписать. Так, хорошо, всегда стараемся стоять сюда спиной, правильно? Если только она там все не засирает своим электричеством. И забыл спиной стоять. Блин, сысынки все равно решили ударить по монолиту. Какие же они сволочи все-таки. Ну опять полетели. Угу. Сколько бы я ни стоял у стены, блин, ей вообще посрать. Ну, самих цицинок, конечно, замораживать довольно рофильно. Усаги хакстендер.
На Усаги Хакшаку, ну что ж ты... В прошлый раз была Эмбер, но умерла Барбара, да? В этот раз немножко по-другому. Ну, кстати... Так лучше, наверное. Не смей бить, поэтому... Так, вы же будете меня дамажить, пожалуйста! Я не вижу, где... Вижу. Всегда осторожно играть от этого. Ага. Так, тихо. Не смей туда идти. Молодец, молодец. Этого бы тоже как-нибудь на себя наагрить. Но если он вообще... Он вообще урон не наносит. Значит, я могу на одну звезду, походу. Слышь? Слышь? Что это было? Он дважды мне урон нанес. Что-то я слишком близко его подтолкнул к этому, к монолиту. Давайте-ка отойдем чуть-чуть. Этот пускай копает там своей лопатой. Так, и где? Ага, вон он. Закапывает монолит, да. Ау, как больно-то! Сейчас бы еще Кэй не умер, да? Классно было бы. Постараемся в спину, что ли, бить. Ау. Я понял, от чего такой урон. Он, когда делает атаку, он дамажит огнем. Так, тихо, стамину надо восстановить. А на нас электричество накладывается, и в итоге мы в перегрузке. Все хорошо. Монолитный бро, сюда иди. Ну, короче, основной урон монолиту наносится цинка, и лучников можно тоже оптимизировать нормально с этими, с милишниками. Таким образом, чтобы они... Ну, короче, чтобы ульта главного героя воздушного была готова ко второй пачке, а то у меня не готовая ульта, и я не успеваю сразу же их всех стянуть куда надо. Все. На этом мы закончим. 11-3 я не собираюсь проходить. Это нереально, тем более без Эмбер. Вот так вот. 11-2 проходится. Главное фокусить правильных врагов и... Я, кстати, не помню, что здесь. Первая половина-то пройдет. Здесь вообще лед нужен. Че я сказал, первая половина пройдет? Ага, сейчас, конечно. А кто еще пройдет? Кто еще пройдет? Может, чат пройдет? Какие-нибудь испытания. Еще за каждую перегрузку рядом с монолитом минус 3% здоровья, да? То есть перегрузки еще по ней дамажат. Я, кстати, перегрузками, возможно, свой монолит в этот раз продамажу. Или это в прошлый раз было? Неважно. Короче. А, нет, за перегрузку на нас, наверное. Огонь плюс электричество. Да, логично. Нет, по врагам вряд ли. Ну, единичку здесь можно пройти. Опять же, здесь надо просто взять во вторую пачку... Наэль?
пройдем на 3 звезды. Давайте быстренько пробьемся. А, в первую надо как раз-таки к Хэйо. Барбара. Здесь. Хе? А, сойдет. Дай спать. За 180, да, да должен, должен, наверное. Мьюзик! Чё-то били-били сосем. Ну я прям вот хороший же тайминг был для ульты, ну вот отлично. Найс, Ешку кастанул. Главный герой в воздухе на самом деле очень сложный. Его надо прям осторожно отыгрывать. Сейчас электричеством зарядишься? Да нихера. Чаще слаймы, да, будут? Зачем я зарядил слайма? Кто мне расскажет? Есть, конечно, идея набрать на них лем частиц, но чё-то как-то... Блин, я не того убиваю еще. Ян, привет. Тадайма? Или это, Укаэри на сай, вернее? Так, здесь что? Я не помню, но здесь два... А, здесь каменные щиты будут, точно. А где здесь Дамагер? А нету его, этого вашего Дамагера. Ладно, ничего, всего лишь лечу руками. Вы ебобо? Шицугеки. В общем, да, Дамагер здесь на Эль, в херовых шмотках на защиту. Короче, у нее там-то нет нормальных итемов.
Как же они задрали крутиться по очереди, это как роботы. Ну, еще как бы Синлин, да? Как же нужна пика полумесяца? Зачем я крафтил обиду? Кто знает? Ну, я-то знаю, на самом деле. Чтобы хоть немного отличаться от своего основного аккаунта, чтобы интереснее было. Так, нужны нейтральные LM-частицы. А куда ты вообще покатился? Непонятно. Серьезно, нету? Яо. Кажется, я не успею за 180. Мне еще столько же убивать. Может быть, я Лизу... Не, ну Лиза с... Хер его знает. Может, и зря Лизу взял в тупачку. Здесь бы хотя бы от LM мастерства отыграл. У меня нет урона... У меня нету прямого урона в пачках. У меня дамажит только ГГ и... И ХЭ. Сянлин в мастерстве стихии. Короче, мои огненные персы не могут ходить отдельно от Лизы. Ой, короче, я устал, честно. Мне нужна пика полумесяца. Успеешь ли вообще? Хороший вопрос. Да не, не успею. Все, жопа. Я устал. Он все еще трайхардит. Я прошел 11-2. Я прошел 11-2, я прошел 9-ю можно на 9 звезд, 10-ю на 6 звезд, 11-ю на пока что 2 звезды. Я прошел. Да, я знаю, что у меня Синлин должна дамажить. Да, я знаю. Спасибо. Так, здесь все забрал, пойдем арты посмотрим. Легендарочка и 4 эпика. Ну, цветок. Четырех. 400 восстановления. Ай, фу, все статы ужасно слабые. Вау. Анима, шанс крит попадания. Все, так, шанс крит попадания. Привет, ты что, робот? Столько часов уже стримить? 8.5? Бывает и больше. Бывает и больше. Так. Поскольку бездна полупройдена, я возвращаю артефакты на свою Сянлин. Не помню только какие. Вот это, по-моему, да? Или вот это на силу атаки здесь было? Были часы. Вот эти на силу атаки. Цветок у Кэй забираем. Перо у ГГ забираем. Плюс 22 крит урона. Здесь физкубок. Физкубок. И здесь... два рыцаря крови и гладиатор нужен, да? А гладиаторов нету. Либо что угодно на крит урон. Можно еще вот эту штуку на крит урон поставить. Но больше всего дает. Окей, забрать кусок ледяного сета? Да не, не буду нафиг. У Синлин заберем 13% атаки. Нужен глад нормальный. Нету. Фух, ДБД больше не будет. ДБД не будет. ДБД будет, когда разработчики одумаются и наконец-то сделают контент в игре нормальный. Новый контент. Новый.